Приветствую зрителей канала Old Game, старые игры. И сегодня тоже старая игрулька. Это продолжение официальной версии Alien Shooter 2. Называется Alien Shooter Conscription, вроде бы так. У нее там несколько названий есть. Захват и тому подобное. Играем тоже на максимальной сложности. Сейчас только, по-моему, фонарь переключить надо. А, все переключено. Да, здесь написано 800 на 600 разрешение, на самом деле стоит Full HD. Это только визуально, потому что я в скриптах прописал именно Full HD разрешение, будет видно. Голос можно приглушить, да, голос. Вот так примерно. Поехали, это будет первый уровень. Так, а первый у нас... Ну, мы заново начать новую игру нажимаем. И новая игра, вот я такую способность выбираю, вампиризм. Самая оптимальная. Можно там на деньги, но в этой игре, в принципе, с деньгами проблем нет. Тайники я и так знаю, где находится. Ночное видение тоже бесполезно, но вот самолечение это... Так, это по времени долго очень занимает. Лучше вампиризм. В чем фишка этой способности? Если, например, варишь какого-то слабого врага, то ну, добавляет там, допустим, 1-2 клетки жизни. Если крутого, то вообще практически могут полностью пополнить. То есть очень невыгодно, удобно. А, ну и здесь, да, не... Call Game. Все, дали призыв парню. Ну вот почему-то здесь другой стоит, не знаю почему. Там просто много сохранок у меня, и я, чтобы новую сохранку создать, нужно удалить старую. Видимо, перезаписалась на то же место. Да, да, здесь подгрузочки, конечно, не короткие, но что же делать? А, ну, в принципе, довольно быстро. Да, тоже должно видео плавно идти, потому что я записываю 60 FPS. И битрейт поставил вроде не самый плохой. Многим, не знаю, вот многие, кто проходили оригинальную версию, говорили, что игра хорошая. Она покороче, но здесь уровни по сражению насыщены довольно неплохо. Крыса, крыса. Да, официально в этой игре разрешение, по-моему, 720p, то есть выше не поставишь. Не знаю, почему авторы так решили. То есть все прописывается в конфиге, в руках, и все работает. На 800, на 600, там на 1000, ну это несерьезно. Даже версии, вот, которая первая, это, по-моему, 7-го или 8-го года. Ну, все чудесно, логики работает. И даже прописывается туда звук из оригинальной версии, которая не в перезагрузке, а просто была Alien Shooter 2. А, ну там есть еще фишка. Я не помню, есть или нет, на ускоренную прокачку опыта, но в этой версии нет.
А здесь, ну, вообще-то это интеллект, этим занимается обычно. Потихоньку вот эта точка поднимается. А, ну, ну это ж тем более она на репрах. Поэтому пока что мало, да, прибавляют. А, ну и новый монстр, соответственно, в этой версии. Вот эти бегемоты бегающие, быстрые. По-моему, даже парочку новых мелодий добавили. Да, кто не в курсе, после набора уровня опыта здоровье восстанавливается полностью на 100%. Поэтому так быстро пополнено сразу. Эти ящики, как из Resident Evil. 100% дизайнер игры был поклонником Resident Evil. Именно фильма, игре я не помню. Я игры именно Resident Evil не проходил ни одной. Вот. Значит, что мы, ну, давай еще добавим. До 40 пускай. Неплохо, сразу же два уровня дали. И с каждым уровнем тоже хп-шка прибавляется. Музыка такая драйвовая. Она, правда, она старая, но... Она, по-моему, не надоест. Всем удобно, а музыка то громче, то тише, но здесь ничего не могу сделать. Совсем убирать тоже музыку как-то неинтересно будет. Посмотрим, если после записи видео будет слишком громко, я второй уровень тогда начну уже с более убавленной громкостью. Секретка здесь, по-моему, всего одна, да? А, да, секретка одна. Автомата, жалко, поиграть нельзя. Как в этом, ну, как во втором Fallout, например, можно было заходить. Какой-то уровень был, по-моему, в казино был, или в церкви где-то. Как это было давно. А вот пультик тоже. Он, не он. Тоже пульт на каком-то уровне давали этого дрона. Статистика, ну, все замечательно.
еще вот эти твари еще. И не всегда понятно, вот кого добивать там. По статистике написано 143, то есть 13 монстров мы не добили, а где они? Это вроде все полностью оплатил. Или они где-то должны выползать через какой-то определенный промежуток времени. Да, есть такие моменты, но это стоять где-то почти тоже как-то на какие-то статы игрока не влияет количество убитых монстров. Именно полностью, 100%. Ну, пока так. Да и на этом первый уровень заканчиваем. Будем проходить второй. Кому понравилось, ставьте лайк. Можете подписаться, если интересны такие старенькие игры. Будем играть дальше.